первенства Российской Федерации. Согласно положению, все шесть участников получают право участия в Высшей лиге 2014 года. Возрастная группа девушки до 11 лет. Шестое место. Левичева Екатерина, Ярославская область. Пятое место. Терешечкина Таисия, город Москва. Четвертое место. Мирошник Екатерина, Новосибирская область. Бронзовым призером первенства России в возрастной группе среди девушек до 11 лет становится Попова Ирина, Орловская область. Серебряную медаль и право участия в первенстве Европы 2013 года получает село Жонкино Елизавета, Ленинградская область. Победительница первенства с России среди девушек до 11 лет и право участия в первенстве мира получает Афанасьева Александра, город Москва. На сцену приглашается тренер чемпионки Чедаев Николай Николаевич.